24 июня в Москве и ряде городов нашей страны прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В России в этот день состоялась акция «Победный марш». Духовые оркестры на свежем воздухе исполнили самые известные марши военных лет. Принял участие в акции и духовой оркестр Северского дома культуры. Народный самодеятельный коллектив сыграл концерт в Северском парке культуры и отдыха имени Пушкина.